Ну что ж, 3, 2, 1, газу. Ух, ребята, я сразу взлетел, сразу же взлетел моментально. Ой, тихо, 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 не взорвись ты. Посмотрите, у меня, ребята, из выхлопных труб огонь летит. Вот это я понимаю мощь. Ай-яй-яй, да что так. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в игру Hot Wheels Race Off. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, собственно, с чего все это начинается, на что это похоже и что это за игра вообще. Мы до этого раньше с вами гоняли, но мы гоняли на обычной машине, а сегодня мы будем гонять на крутой тачиле. Ну что ж, дорогие друзья, поехали. Вот такая точила нормальная у нас. Посмотрите, отлично, отлично. Пошел, поехал. Первый есть, заезд. Так, газу. Бу-ху-ху-ху-ху-ху. Отлично, так, Big Air. Это означает, что у нас длина нашего полета. Это просто супер. Так, отлично, мы бензин с вами взяли. Так, газуем. Подвился это. Крутая довольно-таки игра, мне очень она нравится. В последнее время мы в нее вообще не играли, забыли про нее с вами, но в этот раз мы вернулись. Так, тихонько, но нам нужно доехать за время определенное до финиша. Если вы не знали, то я вам скажу об этом. Отлично, мы с вами взяли бензин. Тихонько, дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Все, набрали всего, все, что нужно нам. Так, Big Air. Так, сейчас будет второй. О, двигателя какие стоят, которые нас продвинули. И мы финишируем, ребята. Ура, ребята, мы с вами прошли уровень за минуту 0.8 и получили 3 золотых звезды. Вы представляете? 3 золотых звезды. А это просто не может не радовать, потому что это отличный показатель. Как летный, так и обычный показатель. Это просто супер показатель, который показывает, насколько мы отлично гоняем в этих гонках. Ну что ж, я рискую дальше. Так, нажав на педаль газа в воздухе, ты наклонишь грузовик назад. Ну это понятно, собственно, мы с вами так уже на втором уровне. Так, нажимаем продолжить. Так, давайте возьмем, попробуем вот эту точилу. Так, всегда мы гоняли на вот этой машине, но у нас появились, смотрите, открылись вот такие тачки крутые, разные, на которых мы можем гонять теперь. Теперь давайте попробуем гонку пройти на вот этой машине. И посмотрим, на что, собственно, она способна. О, у меня вертолет, ребята, даже снимать будет. Круто. Ну что ж, ребята, 3, 2, 1, пошел. Ну, такая тачила. Ну, это тоже джип такой. Конкретный такой джип Яра, да. Джип конкретный, вижу сразу. Посмотрите на колеса, на его аэродинамику, на его подвеску, на его... Все, отлично, пошел. Давай, супер маневр, давай. Отлично. Так, ребята, хочу предупредить, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно оформите подписку. Это несложно, а мне очень приятно. Так. Также ставим лайки и комментируем. Так, ребята, в комментариях оставляем комментарии, какие игры вы хотите, чтобы я поиграл. И я буду для вас исполнять практически все желания. Так, ребята, ну что же это я? Отстаю на этом джипе. А мог бы и не отставать, ребята. Кончается у меня топливо. Так что нужно срочно ехать за ним. Тихонько. Машина очень сильная, и ее просто рвет на части. Тихонько. Да что ж такое? Что ж ты будешь делать? Так, ребята, я, конечно, все понимаю. Но мне надо выехать наверх, правильно, до финиша осталось немножко. Давай. Да, ребята, мы с вами получили 2 звезды, ребята, рекорд. Мы с вами проехали этот уровень за 1 минуту и 18 секунд. Ну, не считая 11 миллисекунд, это я уже не буду так в счет сильно брать. Ну что ж, дорогие друзья, переходим на следующий уровень с вами. Так, ну что ж, третий уровень с вами у нас уже открылся. Давайте нажмем продолжить и выберем другую точилу. Так, на этой мы катались в третий раз. Так, ребята, мы с вами можем, я так понял, улучшать скорость. Но нужно было не на этой машине. Так, вот на этой машине, ребята. Вот на этой машине мы с вами сейчас будем, собственно, и гонять. Называется она
Какой-то там Монтайн Мюллер, ребята. Вот. Ребята, посмотрите, что у нас здесь есть в галерее. Посмотрите, сколько у нас просто тут точил. Посмотрите, внедорожники все. Избранные, мощные, звери, грузовые. Ребята, вот это тут, я понимаю, автомобилей. Так, ну что ж, давайте продолжим нашу игру. Так, мы с вами дошли до третьего уровня. Так, и давайте выберем автомобиль. А как автомобиль выбрать? Продолжить, да? Все, да. И теперь нажимаем гонка. Ну что ж, ребята, теперь нам нужно нажать на газульку, ребята, чтобы быть первыми. Ну что ж, 3, 2, 1, газу. Ох, ребята, я сразу взлетел, сразу же взлетел моментально. Ой, тихо, 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 ну взорвись ты. Посмотрите, у меня, ребята, из выхлопных труб огонь летит. Вот это я понимаю, мощь. Ай-яй-яй, да что такое? Разорвались. Мы немножко подвисли, немножко, ну ничего, так, все. Так, мы продолжаем, ребята, обязательно мы продолжаем игру, продолжаем гонку. Из этого просто никак. Мы делаем ошеломляющие трюки. Мы делаем ошеломляющие. Так, да, опять мы взрываемся, ребята. Машина настолько мощная, что ней очень тяжело управлять, ребята. Так что нужно аккуратно. Так, пошел, пошел, пошел. Тихо, тихо. Ни на что не смотрим, ни на что не обращаем внимания. Едем себе, собираем монеточки и все. Так, тихо, газуем, газуем, пошел, 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 тихо. Берем бензинчик и проходим дальше уровня. Давай еще немножко газу, газу. Баланс газу, газу немножко, еще чуть-чуть. Ай, да что такое-то? Еще немножко я выехал бы. А меня отправило опять назад. Что будет делать? Ничего, так, сейчас уезжаем сюда. Все, отсюда газуем, 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 газуем. Вот, ребята, да-да-да, фух, ребята, мы выехали, фух, вот это мощь. Это я понимаю, мощь, вот теперь мы выехали, и отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, отлично себя. Идет автомобиль в воздухе. Да, берем бензинчик, отлично. Да что ж такое, как я мог перевернуться перед самым, так сказать, практическим финишем? Да что ж ты будешь делать? Позже улучшай. Так, ну давайте улучшим скорость, хватку. Ну в принципе все, больше мы ничего не улучшим. Фу. Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Да что ж такое-то, ну я не знаю, прям. Вот нет тормозов каких-то, чтобы притормозила она немножко и пошла дальше газово. Хо-хо-хо-хо, ха-ха-ха. Поехали, ребятушки, погнали. Отлично, отлично, отлично. Вау. Так, отличная. Так, и что у нас? Так, сюда. Пошел, 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 пошел. Да что такое? Не могу никак. Тихо, тихо, тихо. Глазу, глазу, глазу. Теперь должны выехать. Опа, па, 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 па. Давай быстрее, а то мы сейчас порвем этот мостик в любой момент может разорваться. И спало. Да что ж такое? Да как так можно было просто взорваться перед самым, так сказать, вообще. Так, ну что ж, давайте, ребята, возьмем другой автомобиль. Может, на другом автомобиле получится. Тут у нас просто автомобиль вообще заряжен. Просто супер. Это я так думаю. Никто мне не говорил. Я просто, почему? Почему? Потому что он следующий идет по очереди. Потому я и подумал, что он заряжен очень сильно. А на самом деле это обычный автомобиль. Просто мощный. Довольно-таки мощный, да. И его не переворачивают. Что меня вполне очень устраивает. Потому что
что там тот автомобиль сильно на рывок огромный, большой. Его постоянно переворачивает вот. А этот как раз такой автомобиль, который мне подходит, дорогие друзья. Хочу вам сказать по секрету. Фу, чуть опять не разбился. Ай-яй-яй-яй-яй, опять мы с вами разбились. Ну ничего. Я думаю, что этот автомобиль отлично вообще подходит для любых трассов, ребят. Для любых трасс. С базы внедорожников. Отлично, отлично. Газуем, 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 идем дальше. Хорошо, что его не переворачивают, так как другие автомобили. Потому что другие автомобили более такие на рывок способны, а выехать на гору нельзя, потому что сильно они получаются такие созданы только для гона. А как только под гору собираешься не ехать, так сразу там, короче, беда какая-то с ним происходит. Это здесь горы, конечно. Ну как же ж выехать мне? Так, отлично, бензин есть. Пошел, 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 ребята, все. Это мы заехали с вами уже. Ого-го-го-го-го-го. Вот это мы с вами уже заехали далеко. Пошел, пошел, пошел. Ребята, финиш, и мы финишировали с вами. У-ху-ху-ху, ребята, мы получили 2 звезды, а это просто не может не радовать. Отлично, дорогие друзья. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск Hot Wheels подошел к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, оставляем комментарии. До встречи, дорогие друзья, в следующем выпуске. Встретимся с вами.